Главный старт сезона для BMX-рейсеров страны – чемпионаты первенства России по суперкроссу. Главные мероприятия спортивного праздника пройдут вечером 25 августа. Сначала состоится официальное открытие новой трассы, которая принимает в эти дни сильнейших велогонщиков страны, а затем финалы, которые и определят новых чемпионов России. Накануне состоялась хроногонка, в которой победу праздновали представители мордовской шорпы велоспорту Александр Катышев и москвичка Ярослава Бондаренко. А в пятницу выступление элиты суперкросса предваряли всероссийские соревнования по BMX среди самых младших рейсеров. Несмотря на юный возраст, мальчишки и девчонки смело бросались со стартовой горки покорять новую трассу и демонстрировали все свое мастерство и боевой дух, чтобы быть на финише в числе лидеров. Всеволод Борисов стал победителем среди 10-летних спортсменов. Сам он живет в Свердловской области, но занимается в мордовской школе в команде тренера Ивана Демидова. Со старта я сразу ушел с лидирующей позиции, со второй дорожки, держал виражи. То есть, ну, проехал нормально, я думаю, стабильно. Сам доволен, как ты проехал? Да. Трасса прям вот офигенная, больше ничего не сказать. То есть это новая трасса, суперкросс, очень крутая, спортивная. По мне, как эта трасса международного уровня уже, то есть здесь наши спортсмены, сборная России могут уже тренироваться и подготавливаться к международным соревнованиям. Завершал всероссийские соревнования финальный заезд юношей в возрасте 13-14 лет. Он же стал самым зрелищным и самым драматичным, когда вопрос о чемпионстве решился на последнем вираже после падения одного из лидеров. Старт выиграл. Хорошо отработал первую, вторую прямую. На третьей ошибся, обогнали. На вираже поборолся и до финиша доработал. Ну, а вот, скажи, пожалуйста, вот в целом какие ощущения от трассы? На ней быстрее едется или как? Или сложнее борется? Что? Ну, на ней сложнее ехать. Техничная трасса. Но это твое преимущество, как ты считаешь? Ну, тут кто лучше подготовится, тот и победит, получается. Хорошо подготовился? Да, отлично. Финальные соревнования чемпионата и первенства России стартуют вечером в 17 часов 30 минут. Параллельно с BMX-рейсерами на новом фристайл-парке проводят квалификационные соревнования Кубка России по BMX-фристайлу. Райдеры, среди которых и семикратный чемпион России по фристайлу Ирик Рязаев, только осваивают новую площадку. Основная борьба здесь пройдет в субботу. Финальные соревнования начнутся рано утром и продолжатся до вечера. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев, программа «Наш спорт».